Всем привет, ребят! Сегодня будет мое новое видео, и сегодня мы будем делать что-нибудь крутое! Ты что, опять что свою хуйню снимаешь? Как ты уже заебал? Блин, короче, пока на улицу ходим. А что там делать, у меня камера разряжена? В смысле, тебе что, камера нужна, чтобы на улицу гулять? А смысл идти на улицу, если это не принесет тебе подписчиков, просмотров? Чувак, мы просто погуляем на улице. Да какой смысл гулять, тратить свои силы? Ой, ясно, я один пойду. Ну вот, короче, я думаю, подобную какую-нибудь фигню сделать, потому что... Ты что, охерел, что ли? У тебя комар там сидел. А, ну ладно, фух. Ну так, короче, мы с тобой не такой... Да сука! Такс. Чаечку попить. Да мам, все нормально у меня. Да, да, отлично. Холодно? Да, холодно. Я на улицу, я в магазин схожу и вернусь. В магазин? Жди. Че, холодно что ли? Идем. Ну вот он, короче, за ней побежал. Помыться не хочешь сходить? Да, наверное, пойду душ приму пока. Тогда это, минут на 20 займу где-то ванную. Давай. Так, добавим немножко кипяточку. Не понял. Нормально. Карлик. Ильдар Джарахов. Гей. Игорь Синяк. Пиво. Хованский. Кино. Взломать всех блогеров. Агрессия. Диз. Жизнь. Влог. Да ты задолбал уже своим ютубом. Когда это уже закончится? Короче говоря, я задолбал своего друга с ютубом. Блять, ясно. Да я не буду пить, чувак. Да я не буду пить. Да не буду ее пить. Поверни другой стороной. Да не буду ее пить, это фэри. Это реклама, это надо. Да какая реклама? Для видоса. Блин, слушай. Короче, либо ты перестаешь снимать эти долбанные пранки, либо я ухожу отсюда и снимаю себе хату отдельно. Выбирай. Ты серьезно?